Из-за моего роста мама с папой всегда наряжали меня в костюм гномика. А кем были вы на новогоднем утреннике в детском саду? Я была обезьянкой. Ну, я родилась год обезьяны, мне кажется, это знаково. Я больше помню, как мне папа делал костюм обезьяны. Папа сам сделал костюм обезьяны. Mm-hmm. Какие там аксессуары были обязательные? Там были уши на ободке. Я медвежонком был. Медвежонком? Да. А как ты ходил, покажи. Вот так вот. В этом году вот вы, Михаила, в кого нарядите? Ну, наверное, в Михаила. Потапыча? Да, в медведя. Или в зайчика. Не помню, по-моему, с зайцем, что ли. В этот Новый год. Да, говорят, надо одеваться в Дед Мороза, потому что о-хо-хо хорошо делаю. По-моему, я был волком. Наверное, у меня бы лучше всего получалось рычать. А можно попросить? Вы легко бы могли читать рэп с такой буквой «Р». По-моему, зайцем или пиратом, что-то в этом роде. А в этот Новый год кем будешь? В этот Новый год? Ой, я буду лучшим работником года, я думаю, так. Мишкой плюшевым. А потом? А потом Дедом Морозом. А во сколько лет вы стали Юрий Николаевич? 24 года. Кем вы были в детском саду на новогоднем утреннике? Я ночной феей была. На новогоднем утреннике в детском саду, Влада? А, утренник. Не помню. А как волк делает? Воет. Покажи. У-у-у. Трини Экспресс.